мы обнаружили расу Сакра, но неизвестно, столица это или не столица. Монтана это была. У нас фрегата, у них эсминец и корабль. Если мы их вынесем, то кто-то может другая раса, типа Микларов, это еще хуже будут, или там Эпсилонов, которые займут их место. Ну, где-то в округе. Но вряд ли мы столько можем покрыть. Потому что у нас своих систем в округе. Но было бы выгодно Емил, вот это нравилось. Захватить и поставить базу. Ну, чтобы сюда не лезли. Ну, тут один радиоактивный. Ну, то есть это непригодно, там уже 3 юнита населения вообще невозможно. А это высокая гравитация. У нас эти гравы не скоро будут. Это только начало сектора. Одни полетели из сектора, другие зашпионили, что туда полетели, полетели за ними. А третьи поняли, что все туда полетели, и полетели тоже все. Так в квадранте конкуренция появилась. Ну, сейчас. То есть, если удастся, нейтралитет. Торговый договор, например, заключен. Милости просим. Что скажешь, друг? Ну и 123 у нас. Внимательно слушаю. Тут слушаю торговое соглашение. Требуется посольство. 50 кредитов за ход. А чё, нам посольство и не влияет. А где посольство? Блин, а как мы без посольства, ты не можешь? Почему нету посольства? Что-то не хватает. Требуется навык ксенодипломатии. Блин. Похоже, поздно. Что ж, ничего. До встречи. Ну, Сакра это еще. Но они быстро, да, развиваются по населению, но так по технологии не особо сверху. Нам два варианта, или фрегат возвращать, или надо лететь. Куда-то. Можем к ним нырнуть в их колонию. Ну типа, чтоб сразу вместе. Если не с кем-то встретиться, война, мы можем их союзники помочь. Разные сценарии. Буду исследовать. Вдруг прыгать там. На разведчик. Блин, 10 исследований. 15. Исследований. Прайд точит когти, Ваше Величество. Вот это, наверное, ксенодипломатия. Он дает центр подготовки шпионов. Безопасность системы производства. Позволяет открыть посольство и тогда торговля может. Ну, эсминец, да, крупнее, если при встрече у тебя выше класс корабля размером. То мы как бы уже круче наш фрегат. Да. У нас крутой фрегат, да. Фрегат. У нас их парочка. Даже непонятно, где... А, у нас там, наверное, на базе.
Обнаружен объект. Система Swan. Гигант. Ну, к Амёбе мы туда не полетим. Здесь планеты такие. То есть мы сюда-то вылетим там. Непонятно. Вот тут затратить 400. Но если бы мы эту забрали, мы могли блокировать, они бы тут уже не делали. Это только вот эта планета с высокой гравитацией. А мы его спрятали. Нашел бы уровень десанта где-то империи пришли. Но это их шпион, Сакра. Фибия, выросшая среди сотен братьев, закаленная в битвах войны, кровожадная налетчица, ее амбиции просираются намного дальше, чем захват трона. Ганнара идут к звездам. Кредиты империи плюс 6. Ну, в принципе, она нас экономит, зала. Но мы со 100. Плюс 100, мы, по-моему, 6 получается с 50 доходности. Непонятно. Да мы сейчас прогорим, у нас только десант флота плюс 10. Да бы выгодно, конечно, получить. Ну у нас плюс 7 доходность, сейчас плюс 3 будет, а что он ничего не даст. У нас там плюс 1 какой-то. По сути. Но при 10% плюс 1. Смотри, нашел. Пока нету возможности. У нас лидеров нету. У нас какая доходность? Восемнадцать. Но ничего не прибавит. Гравитация. Гигантские крупные газовые гиганты. Тут. Ну я тут что-то тоже узнать. Вот планета. Со спутником и какие-то пару крупных. Но обычно маленькие они и есть. Маленькие. А вот S открылась у них столично. Он что-то на нас полез. Она была слиняли сюда. Вот, блин. Если мы сейчас ее фрегат потеряем, у него снизится. Надо, ну, ракетную базу или... Ну, это он нарвался, это, ну, риск зачем? Ему надо было планету охранять. У него крупнее, блин, на него. Это... Секретная съемка. И все, рано или поздно мы, ну, улетели.